Неутешительная статистика дорожных происшествий с участием рязанских пешеходов неумолимо растет. Инспекторы ГИБДД говорят, что только за последнюю неделю произошло 7 наездов на людей. Причин несколько – плохие погодные условия, недостаточная освещенность на некоторых городских улицах и, конечно, сами пешеходы, которые почему-то ох как не любят соблюдать правила дорожного движения. За прошедшую неделю на территории только областного центра произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, то есть наезд на пешеход. И только одно из них на пешеходном переходе. То есть мы видим, что вина пешеходов очевидна, и поэтому всевозможные меры принимаются. Что касается данного автомобиля, то мы будем работать на площадях, где массовое скопление людей. Дорожные инспекторы пытаются с помощью неординарных мер повысить бдительность пешеходов. На площадях и городских улицах они применяют машину, оборудованную динамиками. Громкий и строгий голос диктора призывает граждан соблюдать правила и оберегать тем самым собственные жизни. Уважаемые рязанцы и гости города, госавтоинспекция просит вас соблюдать правила безопасного поведения на дорогах города. Выйдя из автобуса или троллейбуса, не торопитесь перейти дорогу. Обходить транспорт как сзади, так и спереди крайне опасно, а потому недопустимо. Слово – всегда действенный метод внушения. И если гражданам вещать истину о простых нормах, которые надо выполнять прямо сейчас, то они, как правило, их выполняют. Потому дорожные инспекторы намерены расширить звуковое присутствие на дорогах и с помощью громкоговорителей, установленных в патрульных автомобилях, повсеместно объяснять народу правила безопасного перехода через дорогу.